У него самый лучший нюх в нашем деле. 6 лет. Он выбирает самую ходовую игру каждый год. Ну, как ты считаешь? Неплохая графика, занимательная завязка. Собаки задуманы хорошо, но меня не интересует игра, где маленький, толстый собаколов выступает в роли злодея. Это даже девочкам не интересно. Извини, старик. Да, ну постой, Герберт. Что если бы злодей был лучше? Такой, чтобы его можно было ненавидеть. Дело не в ненависти. Важно хотеть уничтожить. Доброго утра вам, мэм. Доброе утро, мэм. Доброе утро, офис мисс Девиль. Вы могли бы подождать? Я сейчас вам отвечу. Спасибо. Доброе утро, офис мисс Девиль. Доброе утро, мисс Девиль. Вы же вчера обедали. Я очень обеспокоен. Доброе утро, мисс Девиль. Доброе утро. Доброе утро, мэр. Всем приготовиться. До эфира 10 секунд. Может, попробуешь познакомиться онлайн? 6. Стоило мне вчера открыть Тиндер, 4. И полчаса спустя в моем джакузи был... Начали! Принц Эндрю закончил свою первую книгу для детей. Ты это сделала нарочно. Послушай, вы уже 5 лет как разошлись с Марком. Тебе точно нужен секс. А вот и он. И это длилось 6 часов? Что длилось 6 часов? Кукольное шоу, которое смотрела тетя Бридж. Я о нем многого не знаю. Оно тебе надо? Он великолепен. И размер его куклы подходящий. Теперь фото с крестным, пожалуйста. Как неловко. Может, поцелуете ее в лобик? Я говорил о ребенке. Непозволительная роскошь наступать на старые грабли. Я беременна, когда вокруг полно новых. То есть ты понятия не имеешь, кто из нас отец? По моим расчетам, у одного шансов больше. Вообще-то 50 на 50. Что ж, приводите счастливца, как только определитесь. Так уж получилось, но судьба свела нас вместе. Вы оба прекратите. Я принес тебе чай. Спасибо. А я свежевыжатый сок. О! Позволь помочь с сумкой. Как мило. А я готов понести телефон. Кого бы ты предпочла в качестве отца? Даже не знаю. Ты его любишь? Сейчас, пожалуй, нет. А меня? Возможно. Когда-нибудь. Кошмар. Господи, Бриджит, ты немного потяжелела. Не урони ее. Кто тут папаша? Я. Бриджит Джонс 3. О, было любопытно, сколько отцов придет. 100% Стивен Спилберг представляет фильм «Гремлины». Если ты в этот четверг свободна, может, мы тогда где-нибудь встретимся? С удовольствием. Билли, это ты? Да, мам, это я. Можно? Да. Миссис Пельцер. принес елку. Спасибо. Тебе понравится. Наверное, клетка. Не надо, не тряси. Откроем, не дожидаясь Рождества. Это мой новый друг, папин подарок. Во-первых, он не любит яркого света. Особенно его надо прятать от света дневного, иначе он погибнет. Во-вторых, надо держать подальше от воды. Ты что, его все-таки намочил? Обычной водой. Никогда не кормить его после полуночи. Монстры? Ну да. Их сотни, говоришь? Я не считал. Может, тысячи. Вы считаете меня сумасшедшим, но это правда. Через считанные часы город превратится в район бедствия. Существа. Что они с ним сделают? Сегодня Рождество. Черт возьми, что творится? Помолчи! В главной роли Джим Керри. Как Гринч украл Рождество. В обычной снежинке, нет счета которым, скрывается масса занятных историй. Этот Гринч очень любит свою гору. И корона достанется мэру Тору. Да. Тик-так, тик-так. Рождество летит сквозь мрак, хоть стар, хоть мал. Ненавижу. Ненавижу! Этот. Я Гринч. Синди мучит вопрос уж второй день подряд. Отчего Рождеству Гринч нисколько не рад? Если вы помиритесь с Торами и встретите Рождество, не дождетесь! Правда? Нет. Какая наглость! Приглашать в город, не предупредив заранее. Сиди у меня забитый. 4 часа я жалею себя. Я психованный. В смысле... Christmas. Grab my balls! Cat, quit daydreaming and do something. Take these and these. Yeah. Christmas. So, Cat, you're one of the Santa Land singers? Yeah, I'm huge with the 4- to 6-year-olds. What's your Christmas wish, Cat? I want to write and sing songs. My dad used to say, if I could dream it, I could be it. Do you think anybody cares about her stupid songs? Is it me or just this is an invite. This is to the Winter Arden Gala. This is the biggest event of the year. I asked for all the toys, all the goodies. I left out all the trees. You want some of that hot, sexy Santa? Jingle bells, jingle bells. It's that time of year again. That's my ticket. And that's my dress. Don't, please. Did you think the Winter Gardens would want you, their gala? You're nothing but a dreamer, just like your father. It's the perfect plan. I'll just walk you in with the performers, then you head into the party and find Dominic, and we all have ourselves a real Christmas. What are you doing? I'm losing my grip. Don't let go. Oh. You were going to go on for the Snow Queen because the original's unconscious, and you made her that way. Cat? I can't do this. Yes, you can. Your dad was right. You dreamed it. Now go be it. Now it's never lost on me. No, I know why. Everybody loves Christmas. Falling for each other is the season. I know why. Everybody loves Christmas. Снежок. Да, вот он, мой гиперактивный маленький олененок. Меня зовут Ноэль Крингл. Доброе утро, принцесса. Мое нижнее белье с изображением куропатки нужно постирать. В таком случае мое рождественское желание было исполнено. Рождество — характерная особенность моей семьи. Мой папа был Сантой, и теперь наступила очередь моего брата Ника надеть шапку. Его ждет носок с углем, это точно. Он снял котенка с дерева, значит, он хороший? Ноэль, твой брат будет готов к Рождеству? Конечно, он же Крингл. Ты отлично справляешься, отлично справляешься. Нет, все здорово, нет, давай. Идет все очень даже плохо. Иногда я мечтаю о том, чтобы убраться отсюда. Ты не сможешь быть Сантой, если у тебя случится нервный срыв. Ты должен отдохнуть в выходные. Где Санта? Впервые за 2000 лет Санта исчез. Я просто сказал, что ему следует отдохнуть в выходные. Нам нужен новый Санта. Габриэл Крингл. Я же технарь и обожаю эту работу. А как насчет операции по спасению? Может, объяснишь, что делаешь? Отправляюсь за своим братом, и ты отправишься со мной. Оставайтесь на месте. Мы ищем Санта-Клауса. Никому не сообщай о том, кто ты. Откуда ты? Из небольшого городка на севере. Или о том, откуда ты. Сэр, это привилегия носить этот костюм. Наденьте штаны. Такой непослушный. В эти рождественские праздники. Канун Рождества наступит менее чем через 48 часов. Вот он, идеальный момент для запуска площадки интернет-доставки. Мы должны найти Санту. Не может быть Рождества. 2000 лет мы пели «Звените», «Колокольчики» и доставляли подарки. И мы должны позаботиться о том, чтобы ничего не изменилось. Без сестры Санты. Здесь так жарко. Лед в этом городе есть? Здравствуйте, мне нравятся ваши штаны, такие праздничные. Это лосины для йоги. Как у вас? У меня лосины для йогурта? Нет, для йоги. Я люблю лосины для йогурта. Ноэль. Теперь мы все рассматриваем северного оленя. Я сказала, выходные, отдохни. Никто меня не слушает. Нет, не надо, пожалуйста. Подарок на Рождество. Это еще не все, Турбомэн. Фигурку Турбомэна с движущимися руками и ногами и стрелялку для бумеранга. Ты же купил куклу? Обещаю. Ждал до последней минуты. Открыто. Быстрее, быстрее! Уйди, убирайся. Турбомен, продано. Глория ищет Турбомена. Это ваш рождественский дух? Да. Прости, приятель. Есть! Он у меня. Бедный ребенок. Леди, мне нужен Турбомэн. Турбомэн, подождите. Хорошая новость. В Той Воркс с опозданием завезли Турбомэна. Люди в Той Воркс. Турбомэн. Проблемы, офицер. Привет, приятель. Как ты? Хочешь Турбомена на Рождество? Забудь, на коленях тебе не сядут. Тони, покажи ему. Было снято сегодня утром. Ты... Рождество бывает раз в году. Это самодельное взрывное устройство. Скажи им. Он совершенно безумен. Спасибо. Нет. Ты зря со мной.